Гордые Айше! Камни! Камни на Крымской земле! Куда ни посмотришь, везде камни! Почему же так много камней в нашем краю? Вот на Бурунчуке из камней крепость была сложена. Большая крепость! овладела этой крепостью девушка. Звали ее Айше! Сильная девушка была! Гордая. Сердце ее не знало жалости! а она никогда никого не любила. Глаза у нее были черные. И если она на человека ими посмотрит, когда сердится, от человека один пепел остается. Лучше на такие глаза не попадаться. Совсем как мужчина была девушка Эше. Никогда никого не боялась. И далеко знали о ней. Всегда гневная и сильная а нутро женское. Никогда никого не любила и любить не хотела. А нутро говорила ей, полюбишь. И захотелось ей однажды стать мягкой. Как все женщины. А не смогла. Тогда сказали ей. Знаешь что? Иди вниз. К источнику. Там такая вода есть, что самый крепкий человек самый гневный человек мягким становится, если в той воде искупается. И решила Эйше, пойду выкупаюсь, попробую, как это жить, когда совсем как женщина. И пошла. А напротив источника стояла другая крепость, теперь Кермен. И в ней жил юноша. Глаза у него были такие голубые. Как два горных озера. Волосы белые. Шаг мягкий. Как у кошки. Но никто не знал, что эти голубые глаза могут быть. Как два меча. Когда они в сильных руках. Никто не знал, что если в гневе юноша посмотрит, то этими голубыми глазами срежет голову. Увидел юноша, что пришла к источнику прекрасная девушка и спустился к ней вниз. «Уходи, юноша!» — сказала Эше. «Это вода моя!» «Что ты, девушка?» «Эта вода всегда была моей!» «Уходи ты!» «Как ты смеешь мне приказывать?» «Разве ты не знаешь, что я Эше из Каскюлё?» «Мне никогда еще никто не приказывал!» «Я тебе не приказываю!» Я тебя прошу, уходи. Потому что вода это моя. Ну скажи это еще раз. И я посмотрю, как ты сгоришь на глазах моих. Попробую сказать. И хотя она гневно посмотрела на юношу. Тот не дрогнул. Он только поймал взгляд черных глаз и в сердце свое спрятал. И в первый раз полюбил. Слушай, девушка задыхаясь. Сказал он. Иди ко мне в крепость. Теперь я тебя знаю, ты соседка моя. Идем ко мне. И я сделаю тебя своей женою. Сделаешь? Сказала Эше. И глаза ее гневно сверкнули. Уйди от воды. Нет. Зачем же? Я не уйду. Лучше иди ко мне в крепость. И он еще ближе подошел к ней. «Оставь мои руки!» — крикнула Эйше, когда юноша сильно сжал их. И она ушла от источника, а потом наверху у себя рассердилась. Ох, как рассердилась! Позвала гордая Айше слуг и сказала. «Идите и скажите ему, пусть поклонится мне, и я его возьму себе в мужья». Ступайте! Они пошли, пошли и сказали. Господин, наша повелительница сказала, что она тебя берет в мужья, иди к ней в крепость. Берет, говорите вы, засмеялся юноша, а я не лошадь. Пускай ко мне придет, если хочет. Так, сказала в бешенстве Айше. Выслушав ответ, я тебя заставлю все-таки прийти. И велела бросать камни во враг. И стала сама камни бросать. По-разному бросала. Со злобой бросала и с нежностью бросала. Забросала овраг и стала ждать. А через овраг, наполненный камнями, пошли два маленьких человека. Девочка и мальчик. Девочка шла навстречу мальчику и говорила. Какие злые люди забросали овраг камнями. Там внизу были такие красивые цветы. А мальчик говорил сердито. Там внизу жили барсуки. И я ходил на них смотреть. Зачем закрыли их норы? А ты куда идешь? Спросил он девочку. Так, гулять. Идем к нам в крепость. И девочка весело побежала с мальчиком в крепость. Айше смотрела им вслед и думала: что ж, и я так пойду, как ребенок. Ни за что. Долго терпела Айше, а потом пошла. Она шла, пошатываясь, и губы ее что-то шептали, а она закрывала свое лицо руками и опять шла и пришла в крепость. В воротах встретил ее юноша. «Пришла!» — сказал он. «Пришла!» — ответила угрюма Айше. «Значит, любишь?» «Люблю!» — сказала Айше. А потом высоко подняла руку и в самое сердце кинжалом ударила юношу. «Люблю!» — еще раз сказала она.